Всем доброго времени суток. Итак, как я и обещал, покажу небольшой обзор по этому инструменту. Эта машина предназначена для резки швов плитки и зачистки швов после затирки. В набор у нас входит хвостовик, патрубок, мешок для сбора пыли, переходник и ключ. В комплект также входит пару дисков и сам станок. Имеется такая вот площадка для регулировки глубины реза. Мощность двигателя 0,9 кВт. Скорость вращения шпинделя от 6000 и до 9000 оборотов. Диаметр посадочного отверстия 20 мм. Максимальный диаметр отрезного круга 100 мм. Шнур довольно-таки мягкий. Я так скажу, неплохого качества. Чтобы включить, надо нажать на кнопку стопора. Имеется регулятор оборотов двигателя. Максимальная глубина реза до 11 мм. На площадке установлены металлические направляющие ролики и пластиковые ролики для плавного хода. Итак, соединим пылеотвод и теперь попробуем, как он в работе. Итак, как вы поняли, на себя машину тянуть нельзя, так как направляющие могут соскочить из-за забитых швов раствором. Аппарат надо тянуть в сторону диска, чтобы для направляющих шов был чистый, тогда работа идет четко. Далее у нас идет вот такой вот алмазный диск под гравер. Максимальный диаметр хвостовика под патрон гравера 5 мм. Итак, прикрутим алмазный диск. Затянем хорошенько. We'll be right back.
Соединим хвостовик к аппарату. Зафиксируем. И прикрутим кожух. Подтянем диск и попробуем его в работе. Как вы поняли, гравер предназначен для удаления раствора в труднодоступных местах. Также им можно удалять оставшиеся элементы от СВП. Также легко удаляется и этим диском. Друзья, если вам нужно поменять всю затирку, то для удаления старой затирки эта машина просто находка. В целом аппарат мне понравился. И если кого заинтересовал этот инструмент, то я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Тем более у них сейчас на него есть скидка. Так что поторопитесь, пока есть время. А у меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание. Thank you.